Друзья и ученики, физкульт, привет! Это рубрика «Вопрос-ответ», в которой я отвечаю на ваши вопросы. В предыдущих роликах я рассказал вам о том, как набирать сухую мышечную массу, при этом не набирать жир, либо как избавляться от жира, сохраняя мышечную массу. И рассказал вам о том, как восстанавливать коленные суставы и о многом другом. Пересматривайте рубрику «Питстоп. Ответы на ваши вопросы». Сегодня я расскажу вам о том, как я отношусь к книгам Стюарта МакРоберта. В принципе, друзья, книги Стюарта МакРоберта «Думай», а также супертренинг Майка Менсера я настоятельно рекомендую читать и перечитывать. Точно так же, как и любую другую информацию о бодибилдинге. Также я настоятельно рекомендую прочитать книгу доктора Любера о железном тренинге, которая написана давно. На самом деле это одна из лучших книг. И система, которая описана там, действительно работает как на химиках, так и на натуралах. Потому что грамотно составлен тренинг. В основном, преимущественно, из базовых упражнений. Нет всякой ерунды, нет ничего того, что будет тормозить вас. Минимализм, здоровый минимализм во всем всегда лучше, чем максимализм. Лучше не доработать чуточку, чем перегнуть палку. По крайней мере, в бодибилдинге именно так. Ни в коем случае нельзя работать в полный отказ. Отказ убивает силу. Мало кто об этом говорит почему-то, но отказ реально убивает силу, а масса приходит за силой в натуральном бодибилдинге. Думайте об этом. Книги Стюарта МакРоберта, как и любая другая информация по бодибилдингу, написаны как минимум думающим человеком. И вам, как думающему человеку, должно быть интересно почитать, осмыслить, переварить и применить в жизнь, либо не принимать. Но с точки зрения развития мысли, полезного опыта, это будет хорошая практика. Читайте все, что можете найти. Я постоянно тоже ищу, развиваюсь, читаю. Вот недавно одна из моих учениц прислала мне такую книгу. Шикарная книга. Будет полезна всем, как инструкторам, в первую очередь я ее рекомендую, «Спортивная анатомия». Пусть написана она еще в прошлом веке, но это очень полезная книжка, особенно для тех, кто интересуется железным движением. Запомните, только постоянное движение, саморазвитие может дать какую-то пользу. Как только вы остановились, как только вы посчитаете, что вы все знаете, можно сказать, что начался откат назад. Я же всем вам настоятельно рекомендую не останавливаться. Читайте, смотрите, изучайте, думайте, тренируйтесь. Пишите ваши вопросы в комментариях здесь на YouTube или в группе в моей ВКонтакте. Я на все отвечаю. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.